Right now, we are in Luganskaya with the mayor of the town, Igor Georgievich. And here we are seeing how the progress of our playground is going. This playground is being installed because this town has many hundreds of children that have been living without a playground for the last 5 years of the war and before. They've been just having the opportunity to play on old construction equipment, construction sites. And you can see the video here that I made earlier in the spring. And it's really great that you people out here there that view my videos help me help these people in Donbass. Over the last 5 years, we've given out over 60 tons of aid together. So please continue to help me help the people here. We've got many projects coming in the very near future. We're going to be completing this playground so these children have a place to play through the summer so they don't have to be finding other things to do. They can do what kids do. Even though this is a war zone, they still want to be kids. So these children are going to have a place to call their own, to call the place where they all hang out and they all talk. And they can talk about other things besides the fact that there's shells daily coming down on Donbass. These people have grown up in war, and we just want to make their lives a little bit better. And we're going to continue to do this all around Donbass, as we've been doing for the last 5 years. Здравствуйте. Можно сказать чуть-чуть информацию за ви и твоего поселка? Поселок находится на линии разграничения. Поселок протяженностью более 3 километров. Это место, где мы выбрали для площадки, является практически центральным местом. Еще чем понравилось нам это место, потому что оно большое по размеру. Здесь можно поставить не только детскую площадку, но можно сделать и спортивную площадку, чем мы и займемся немножко позже, после установления детской площадки. Село у нас прекрасное, люди работящие. Село было трижды миллионером. Совхоз, именно совхоз 60-летия Украины, был трижды миллионером. Совхоз громадный был. Сейчас практически вся земля находится или на территории Украины, или в серой зоне, куда не могут зайти наши сельские работники для того, чтобы обрабатывать эти поля. Но у нас трудности есть в чем? У нас не работает детский сад, и у нас в селе нет воды. Уже 20 лет в селе нет воды. Это проблема, которая пока не решается никак, но мы надеемся, что эту проблему именно с водой мы решим. То, что нам помогает и штаб по прифронтовым районам, и город нам сильно очень помогает, и Петровка, все стараются. Но я думаю, что в скором будущем у нас заработает и детский сад, и будет в селе вода. Так вроде. И как долго выбил голову? В 15 году, в марте месяце, село Луганское является временно присоединенной территорией к Петровскому району города Донецка. И с июня месяца 15 года я глава. Вот уже 5-й год я глава этой администрации. И ты подумал, наверное, это будет помочь детям, да? Детям будет нравиться, да? Да, детям здесь очень нравится, приходят мамочки. Дело в том, что не только люди, которые здесь у нас работают, это добровольцы, которые пришли помочь сделать. Вечером, когда приходят все с работы, тут и мамочки приходят, и папочки, у которых есть дети. И они с удовольствием здесь помогают. Дай Бог, все нормально, распланируем еще лучше, установим, сделаем дорожки, посадим цветы. Я думаю, у нас тут будет очень хорошо, да. Я, как я понимаю, нужен песок еще, да? Да, песок. Я думал, это не дали, мы могу сделать. Все, Патрик, спасибо вам. Спасибо вам. Вы знаете, это лучше кепут.
Right now we're in the cultural center here in the center of Луганская, and here is another piece that we're going to be installing, and here's another, and the final. Is here, and all these pieces are going to be going in that same place, and it's going to be a nice big playground for the kids to enjoy. It's really nice to see that it's finally starting to come together. We've been working on this for a couple months now, but everything's starting to work out, and we've just started the summer, so kids here are going to have a great summer.